поклонники обвинили Диму Билана во лжи о своем диагнозе. 35-летний певец Дима Билан заставил поклонников сомневаться в его диагнозе. Он выложил новый снимок в микроблог и рассказал о том, что пользуется барокамерой. Напомним, что некоторое время назад поклонники сильно переживали за здоровье 35-летнего Димы Билана. Певец сильно похудел. Позже он рассказал, что страдает от гастрита. К тому же у него обнаружили несколько грыж позвоночника. Сейчас артист идет на поправку и уже набрал больше 10 килограммов. И хотя в СМИ ходили слухи о том, что Диме становится только хуже, сам Билан утверждает, что ему гораздо лучше. Дима выложил в сеть снимок с барометром и сразу же сообщил поклонникам, что он ничем не болеет, а всего лишь делает профилактику. Дело в том, что врачи не рекомендуют пользоваться барометром при наличии грыж в позвоночнике. Поэтому заявление Билана вызывает вопросы. У Димы есть несколько грыж, поэтому остается загадкой, как врачи позволили ему воспользоваться барометром. Пользователи считают, что Дима обманул их и не сообщил свой настоящий диагноз.